Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим загадочное обновление Trust Wallet. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну, если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Итак, на фоне новостей, которые мы с вами сейчас будем разбирать, криптовалюта ТВТ выросла на 20% рынка. Расширение браузера Trust Wallet теперь поддерживает аппаратный кошелек Ledger. Trust Wallet – самый популярный в мире кошелек для хранения криптовалют. По заверениям компании, его используют более чем 25 миллионов человек. Кошелек создан в 2017 году украинцем Виктором Радченко, а уже год спустя его купила самая крупная биржа криптовалют Binance. Trust Wallet – это программный кошелек горячего типа с открытым кодом. В нем реализована технология non-custodial или же не-кастодиальный, что делает его полностью автономным. Это значит, что получить доступ к нему может только пользователь. Все ключи хранятся непосредственно на устройстве, на котором установлен кошелек, и не передаются третьим лицам. С одной стороны, это обеспечивает полный контроль над активами и транзакцией, а с другой накладывает ответственность за сохранность данных на самого пользователя. Потеряв ключ, он навсегда теряет доступ к своему кошельку, и восстановить счет невозможно. Итак, главные пункты, которые важно знать о Trust Wallet. Первое – это он поддерживает около 4 миллионов активов. Второе – это встроенный браузер для взаимодействия с DApps или же децентрализованными приложениями. Также он доступен в виде приложения и расширения для браузера. Он поддерживает функцию стейкинга, и у него очень высокая степень безопасности. Давайте же более детально разберем этот пункт безопасности Trust Wallet. За все время существования кошелька Trust Wallet не было ни одного взлома. Сервис имеет безупречную репутацию. Безопасность активов пользователя обеспечивается следующими методами. Первый – это индивидуальный ключ доступа у каждого пользователя. Второе – это установка пин-кода для входа в приложение. И третье – это идентификация по отпечатку пальца. Минус в том, что в кошельке не реализована двухфакторная аутентификация. По заверениям создателей, она не нужна. Однако это бы служило еще дополнительной гарантией сохранности данных. Сгенерированный при регистрации индивидуальный ключ доступа не сохраняется на серверах компании. Гарантией этого является открытый исходный код кошелька. Изначально кошелек поддерживал только токены ERC-20, однако со временем его возможности расширили. Сейчас это крупнейший мультивалютный кошелек с поддержкой более 65 блокчейнов. Ну и отзывы о Trust Wallet на 90% положительные. Кошелек уже несколько лет остается самым популярным в мире. Теперь давайте обсудим его дизайн и интерфейс. Кошелек Trust Wallet создавался специально максимально простым и удобным для широкого круга пользователей. Фирменный цвет приложения синий. Есть функция переключения цветовой темы со светлой на темную. Языковых настроек нет, язык в приложении автоматически подстраивается под ваш телефон. Таким образом, чтобы сменить его на английский или на другой язык, вам придется изменить языковые настройки смартфона. Каждый раз при входе кошелек потребует ввести пин-код или пройти идентификацию по отпечатку пальца. Все зависит от базовых настроек. Меню реализовано очень просто. Здесь 4 основных раздела. Первый – это кошелек. В нем отображаются все ваши активы, можно купить криптовалюту, отправить или получить перевод. Второй – это обзор. Здесь представлены все токены, которые поддерживает кошелек. Для каждой валюты также публикуется актуальный курс в долларах. Третье – это браузер. Он позволяет взаимодействовать с децентрализованными приложениями прямо через приложение. И четвертое – это настройки. В этом разделе можно включить уведомления, переключить тему, добавить адреса для перевода крипты с вашего кошелька, настроить параметры браузера и так далее. Так как криптокошелек Trust нужен в первую очередь для совершения транзакций с криптовалютой, давайте же рассмотрим основные функции главного раздела кошелек. Здесь доступно 5 опций. Первое – это баланс.
Здесь отображается сумма всех ваших активов в долларах. Под этой кнопкой расположено название текущего кошелька. В приложении предусмотрена функция добавления дополнительных адресов. Каждому можно дать свое название. И по умолчанию стоит основной кошелек один. Вторая опция – это «Отправить и получить». Кнопки для совершения транзакций. Третье – это «Купить». В этом разделе можно купить криптовалюту за реальные деньги через фиатный шлюз. Четвертое – это «Обмен». Эта опция позволяет обменять одну криптовалюту на другую внутри вашего счета. И последний – это токены. Здесь отображаются монеты, которые хранятся в кошельке. В целом, все очень просто и интуитивно понятно. Интерфейс приложения дружелюбный и доступный, поэтому хватит и пары минут, чтобы во всем разобраться, даже если вы раньше никогда не пользовались криптокошельками. Итак, а теперь приближаемся к новости, которая заставила криптовалюту ТВТ вырасти за пару дней на 20% рыночного движения. Trust Wallet провел неделю, отмеченную двумя обновлениями от его разработчиков и маркетинговой команды. Первая новость – это обновление его расширения для браузера Chrome. Версия 1.9.1 добавляет собственные обмены между сетями EVM, то есть совместимо с виртуальной машиной Ethereum, и позволяет приобретать криптовалюты и совместимо с аппаратным кошельком Ledger. Об этом стало известно благодаря публикации в социальной сети Twitter. X. Там видео показывает новые функции. Ну и совсем недавно, 4 октября, команда Trust Wallet в очередной раз опубликовала на X публикацию, которая привлекла всеобщее внимание. Сообщение, опубликованное в этой социальной сети, гласит: «Обратный отчет идет», а также изображение с надписью «Скоро». В ответах на этот пост несколько пользователей пытаются угадать, о чем идет речь, но команда Trust Wallet пока держит это в секрете. Маркетинговая компания, похоже, работает хорошо не только потому, что публикации поделились более чем 500 раз, но и потому, что цена ТВТ выросла больше, чем на 20% за последние 2 дня. Ну а на этой ноте наше видео подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные инсайты и новости из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну, если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.